охренительно умная ракетчица, поэтому она закончила школу заранее. Чисто вот женская такая тема, да? Преобразить, короче, мужика под себя, потом сказать, ты изменился, ты не такой, как мне нужен. Смотри, вот здесь вот не пропылесосина. Смотри, она чисто как мой робот-пылесос Раиса. Она демонстративно избегает, вот валяется, например, кусочек шерсти, она демонстративно вокруг него вот так вот крутится и все. Ой, тут как темно. Привет, мои любители древностей! Это канал J-Play, а это Sims 4. Вы просили? Вот, пожалуйста. Династия Дисней, Мерида, снова здесь. Какой-то смысл жизни, никуда без телефона, все, прилетело куча всего. Мы играем за Мериду, у нас первое все, еще пока что первое поколение, да, она сразу пошла спать. Живем мы вот здесь, я, если честно, очень плохо помню, на чем мы закончили, потому что я очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень давно не заходила сюда. У нас на дворе зима, какого-то фига зима, 4 дня из 14. А что, в Хэнфорде он Бэгли не это, да, не погодное время? Ну, в смысле, здесь зима не зимняя? Короче, в общем-то, мы продолжаем за Мериду. Мало что помню, но, давайте вспоминать. У нас, насколько я знаю, она все еще подросток, если я правильно помню. Я отключила ей старение, что ли, не понимаю? Или я для чего-то убрала это? Я что-то делала? Я что-то хотела сделать или что? Не понимаю. Ладно, неважно. Давайте мы... Что она хочет? Пригласить на свидание предмет воздыхания. А по кому ты воздыхаешь? По-моему, последнее, что я сделала, это изменяла внешность мальчика в городе, который очень страшный. Помню точно, что Александра Гота изменяла еще одного, который измазал себя всего в гриме. Ну-ка, давай вот это тоже быстро пропылесосить. Вот здесь тоже можно все пропылесосить. И надо убрать... Ой, как тут все вонь... А че все у тебя так вонючее в такой все? Че за упадок у тебя тут такой? Дом у нас очень странный. Вообще прям... Она все сбросила. Она сбросила все действия почему-то. Какая грязь, Мерида, ты вообще чумазая. Ты посмотри, что у тебя творится в доме. Вообще не убираешься совершенно. Раковину... Она идет мыть ванную, но это оправдано. Сейчас это оправдано, потому что у меня раковина есть только в ванной. Есть, кстати, холодильник на улице что-то стоит. Я его так и не убрала и не продала, что странно. Ну да ладно. У нас банановые деревья помирают, надо... А, все... Вырвать растение? Оно живое хоть? А, оно живое. То есть, короче, оно сломалось, да? Смотрите. Грушевое дерево. Можно... А, можно собрать весь урожай. Давай соберем весь урожай. Почему нельзя полить? Не сезон. Ну ладно. Не надо поливать. Нет сорняков. Так вот они растут на банане, но банан недоступен. Типа не его время пока что. Ну а зачем тогда возле него сорняки выросли, блин? Уберите тогда сорняки, чё вы мне путаете меня почем зря. Так, все, давайте мы... Насколько я помню, если я правильно помню, она у нас охренительно умная ракетчица, поэтому она закончила школу заранее. А, понятно, ей не хватает пространства, чтобы пропылесосить ванную комнату. Зашибись. Прикольно придумано. Хорошо, а помыть ты можешь вот это вот быстро почистить? Почисть вот это хотя бы нам. У нас очень странный дом. Нам нужно заработать на него. Но, в принципе, мы начинали с того, что у нас вообще была просто палатка вот здесь вот во дворе. Или даже не палатка, а просто кровать какая-то. Какой-то с поддонами, матрас на поддонах лежит. А, он у нас остался. Смотрите, на поддонах матрас. Он все еще у нас, он все еще с нами. А нельзя ничего, мы ничего не делали. У нас нечего продать, например, чтобы у меня было больше денежек, чтобы что-то построить, поставить. Нет, энерго... Отключил электричество. Блин, мне надо заплатить за электричество. Нормально так игра началась. Заплатить за электричество, да? Так, давай. Оплатить счет 247. Одна радость в таком маленьком, убогеньком домике, что счета невысокие. Овсянка, нормально. А почему нельзя есть тогда, раз нормально? Что-то у меня какие-то зелья тут, смотрите, внимательности. Какие-то фейерверки. Записаться на внеклассное занятие. Это как? На телефоне, на компьютере выберите действие записаться на внеклассное занятие из категории бизнес или старшая школа. А если меня выбрали, если меня уже из школы выдворили, я уже отучилась. Как это сделать теперь? Так, стойте. Бизнес или старшая школа, записаться на внеклассное занятие. Нажмите на телефон. Нажала на телефон. Где записаться на внеклассное занятие можно? Бизнес. Бизнес или старшая школа. Вот бизнес. В школу не могу, да? Верни обратно. Дом.
отправиться камер общения. Нет, школы здесь больше нет, видимо, из-за того, что я уже закончила на ее. Записаться на, может быть, посетить занятия по профподготовке? Давайте вот сюда схожу. Вдруг это сработает? Но это подростковая черта характера, она все еще подросток. А, вот смотрите. Посетить занятия, фитнес, актерское мастерство, выпечка, обаяние, комедия, верховая езда, рыбная ловля, флористика, садоводство, механика. Может быть, выбрать... Давайте по механике. Чего бы нет-то? Мне почему-то кажется, что это не сработает. О, этот чел, это... Ох, блин, чел. Мирида достигла 8-го уровня механики. Но это не сработало. Прикольно. Чё, почём зря деньги потратили? Ну тут нет такого. Как быть, если я подросток еще, но при этом я уже, ну, окончила школу? Как мне записаться на это внеклассное дурацкое занятие? Ну это нечестно. Нажмите на телефон или на компьютер. Вот еще я буду покупать... Куда ты готовишь? У меня груш полно, я же собрала. Ладно. Надо, короче, на вот этом механическом столе заработать денег. Выполните задание любой жизненной цели. Да я не могу, не работает это внеклассное занятие ни в какую... Не хочет, не работает, не загружается, не активируется. Ну нет его. Ну вот куда нажать надо? Развлечение. Но это явно не то. Найти работу, посмотреть заявление на стипендию, подработку, купить клинику, купить жилье, купить магазин, купить ресторан, посетить занятия по профподготовке. Все, больше нет других. Пошли в жопу. Короче, когда заканчиваешь школу, тебе больше не дают, видимо, этого занятия внеклассного, потому что, типа, класса уже у тебя нету и все дела. Но вот что я сделаю, если я слишком суперумная ракетчица, и я уже окончила школу с отличием, уроды. Иди мой. Чё стоишь? Так, все, ладно. Давайте будем создавать мебель. По-моему, самое дорогое что? Самое дорогое скульптуру. Но скульптуры у меня нет, да? Тогда давайте мебель создавать. Самое что есть дорогое? Настенное украшение, обеденный стол. Вот, иди создавай обеденный стол. Будем зарабатывать денег. Чё она хочет? Завести нового друга. Чем больше, тем лучше. Выполнить любое желание. Да, блин, их всего два. Выполнить любое. А здесь что есть? Открыть меню телефона. Ты хочешь сказать, я не открыла? Вот оно. Заказать пиццу. Да? Какое дурацкое задание. О! Ты посмотри! Пришел парень этот! Имран Уотсон! Да, я его исправляла, я помню. Это он ходил разукрашивать. Чего не так? Почему ты смутилась? Гости в грязном доме. Серьезно, ты возмутилась? Хвастаться статусом чемпиона карри. Конечно. А, что она хочет? Пригласить на свидание, предмет воздыхания. Давайте пригласим. Стать криминальными напарниками. Мы же его преобразили. Это чисто вот женская такая тема, да? Преобразить, попросить утешения. Преобразить, короче, мужика под себя. Потом сказать, ты изменился, ты не такой, как мне нужен. Давайте с ним, короче, где романтика? Флирт. Как пригласить на свидание? Чего не так? Как позвать на свидание его? Выберите действие, пригласить на свидание, нажмите на персонажа, выберите действие из романтических категорий. Так, тихо, ищем это действие. Что-то я вообще прям отвыкла от Симса, совершенно ничего не понимаю. Это рассказать про предмет обожания, флирт, дерзко заигрывать, попытка соблазнения... Хвалить не то. Физическая близость. Не то. То есть нет такого, да? Что, как пригласить на свидание, если он не хочет? Послать поцелуй, спросить про романтические предпочтения, спросить, с кем предпочитает дурачиться. Что-то как-то все странно, ничего не работает, ничего нет. Я могу пригласить на свидание по телефону, но он же здесь. Неужели нельзя пригласить на свидание вот так вот, вживую? Беспорядок портит романтические действия в грязной обстановке. Так ты сама не захотела... А почему это считается грязной обстановкой, если мы вне дома? Мирида узнает, с кем персонаж по имени Имран... Чего? Не успевая прочитать... Что происходит здесь? Предпочитает дурачиться. С кем? Что же скажет Мирида? Ананас? Нет, лучше просто поздороваться. Наличие симпатии. Она как-то неадекватная. Она сбрасывает мои действия. Она больная. Мой любимый персонаж. Это она в смысле про него? Хорош фоткаться, давай выполняй то, что я тебе говорю. Да что не так-то, блин? Что происходит? Почему она все сбросила? Спросить про Вуху. Давай спросим.
Но он вряд ли что-то знает о Вуху. Учитывая, в каком виде он был до этого, у него точно девушки не было раньше. И чё? Он злится. Нет? Не, он что-то с умным видом наговаривает, такой типа, да, я все разбираюсь, я все в теме. Нет, она злая. Едите-то, что происходит? Нет, пока она, короче, в доме не приберется, это бесполезно. Это просто бесполезно. Иди приберись в доме. Раз ты возмущаешься, иди убирайся тогда, блин. В грязной обстановке. Сама не хотела убираться, потому что ей пространства мало, чтобы пылесосом пройтись, блин. Что не так? Убирайся. Что происходит? Чё не так-то, я не понимаю. Да что? Что это такое? Что это такое? Вы видели, что это было? Что это? Что это такое? Кошмар. Так, нам бы расширить обстановку. Нам бы как-то сделать, знаете что? Нам надо вот эту дверь, я думаю, переместить куда-то вот сюда, как-то сделать по-другому, чтобы можно было более-менее уютно жить. И вообще бы расширить дом, потому что я люблю играть с поднятыми стенами, но стенами. Но здесь невозможно сейчас играть с поднятыми стенками. Вот, я выкрутилась. Подожди, я сейчас пропылесосю, ладно, у меня тут как бы очень важное ответственное задание. Ты демонстративно, да, вот этот кусочек не будешь пылесосить, да? Ты вот принципиально этого не будешь делать, да? Посмотри, здесь пыль. Здесь пыль. Она принципиально этого не делает. Надо, кстати, половичок положить, типа, под который она пыль будет сгребать. Ну, типа, она этого не будет делать, ну, по меркам Симса, но мы будем думать, что она это будет делать. Смотри, Мирида. Смотри, вот здесь вот не пропылесосено. Смотри. Она чисто как мой робот-пылесос Раиса. Она демонстративно избегает, вот приваляется, например, кусочек шерсти, она демонстративно вокруг него вот так вот крутится и все. Посмотри, да, она это. Она не допылесосила! Козлюка! Так, может, теперь сейчас можно. Я внимательная, я могу, например, внимательно позвать тебя на свидание. Спросить, есть ли пара можно. На свидание вообще никак не зовется. Чего вы там на этого гнома зацепились? Я его продам. Имран не имеет партнера. Конечно, потому что его партнер должна быть я. Признаться в мечтаниях о предмете воздыхания. Но я правильно понимаю, что предмет воздыхания это он, да? Я думаю, что это он. Хотя, блин, подождите. У нас же был другой еще ухажер с пакетом на голове. Я точно помню, босой. Как позвать на свидание, когда он стоит прямо передо мной? Это так тяжело. Попробовать поцеловаться под Амелой. Ты освещаешь мой день. А кто из них? Кто кому освещает день? Я ему или он мне? У меня пацаны выросли, кстати, какого-то фига. Мои братья. Мирида к Имрану. А почему Мирида к Имрану кучу всего испытывает, а Имран к Мириде? Ничего. Сосед, романтический интерес, прекрасная совместимость. Ну ладно, мы хотя бы прекрасно совместимы. Хорошо, сойдет. Как? Куда ты? Спать, что ли, хочешь? Серьезно? Да брось, ты еще в желтом пределе, ты что несешь такое? Иди, ну и в жопу иди. Мирида, дубль 2, пропылесось. Сама, главное, не пылесосит и сама возмущалась, что какого-то фига, блин. Что не так? В этом доме какие-то проблемы, да? Иди создай еще мебель. Иди создай мебель, мне нужны деньги. Спасибо, Мирида. Спасибо, Мирида. Мы все тебе благодарны за то, что ты выполняешь наши поручения. Я поняла, почему я остановила взросление. Так странно, у меня неигровые семьи тоже отключено. Как же у меня пацаны повзрослели? Премьера сезона. Мирида любит эту традицию. По телевизору покажут премьеру нашумевшего сериала. Посмотрите как можно скорее, чтобы сбежать спойлеров от других персонажей. А где же я буду смотреть-то? У меня телевизора-то нет. Надо в какой-то... А, нет, подожди. Ну нормально, это теперь пошел снег. Теперь все в снегу. Мы зашли, было лето, теперь зима наступила буквально за одну ночь. Но это нормально. Это, кстати, реально такое возможно. Что она готовит? Небось, макароны с сыром, да? По-любому. Да, действительно. Что еще может так выглядеть? У меня ничего нет, мне даже не на чем есть. Ой, что такое? Счастливый сон в позе звезды. Образ жизни без уз любви. Да? Так, я предлагаю, что у нее там? Естественно, нужда и досуг. Она опять до этого не сделала то, что я попросила, да? Давайте отправимся в какой-нибудь бар, где есть телевизор, чтобы посмотреть вот этот сериал, пока нам никто не заспойлерил ничего. И заодно у нас поднимется досуг, после этого мы вернемся, создадим какой-нибудь обеденный стол, продадим его и попробуем изменить свой дом. Вот, Александр Гот тоже изменил. Ах ты, блин, ты посмотри, какая шабу.
Это все? Это все пока что. Она просто пока... Да? Я с кем-то умудрилась уже даже разосраться. Я ищу, я буду останавливать время. Мне говорили, что так можно много чего успеть, если останавливать время. Если не останавливать время, ты ничего не будешь успевать. Собственно, я всегда ничего не успеваю в Sims сделать. Мне кажется, наверное, причина в этом. Здесь нет телевизора. Серьезно? Что за бред? Нет, есть, все, нашелся телевизор. Так, ты уйди с дороги, я смотрю премьеру сезона, все. Мы можем вместе ее смотреть? Нет? Ну и плевать, пойду вот так смотреть. Сейчас надо выгнать вот эту тетку, потому что она все равно смотрит только прогноз погоды, какие-то новости дурацкие. Уходи, слышь, там премьера сезона, понятно тебе? Смотри, она, кстати, горнолыжная, в горнолыжном костюме и смотрела передачу про горнолыжные. А мы включили Uncharted, по ходу дела. Так. Да-да-да, да-да-да, давайте премьера сезона смотреть. Нифига себе, что там происходит вообще. Просто посмотрите, что происходит. Пацаны все пришли смотреть премьеру сезона. Как опуститься ниже? Дурацкая, блин, пол... Вот, вот так вот будем смотреть. Все, посмотрели-то? Пока я тут концентрировала камеру, сезон уже закончился. Все, мы посмотрели. А, это другой. Подожди, это была реклама. Вот сезон, мы про врачей смотрим сериал. Вот оно что за... Какая-нибудь анатомия страсти или скорая помощь, или хороший доктор, что еще, какие там есть про врачей. Не помню ничего больше. Ничего такое не приходит. На ум. Новый Амстердам. Давай, новый сезон, да? Нет? Блин, ты посмотри, тут походу что-то не совсем... Доктор Хаус! Доктор Хаус, вот, точно, Доктор Хаус, давай. Ну нет. Нет, анатомия страсти, 100%, смотрите. Все обсуждаем. Огненные события в новых сериях. Так, подожди, богатые тоже плачут. Дом горит, да, все горит, это богатые тоже плачут, пошел. Мы несколько сразу, мы не один сериал, мы сразу несколько. У нас премьера сразу нескольких сезонов. Такой прям букет наловили разных сериалов. Это в Чикаго в огне, спасатели, пожарные, все дела. Какой там еще сейчас новый сериал есть? Я не смотрела. Смотри, ребенка вытащил. Все, три сериала хватит на то, чтобы сезону посмотреть премьеру, да? Мы посмотрели? Да, мы посмотрели, все отметилось. Мы справились, мы выполнили задание. Досуг-то, что там с досугом? Должен нам просто повысить. Не до конца еще. Не до конца, давайте смотреть. Разобрать на части? Серьезно? Не-не-не, давайте смотреть фильм... Сестрицы Клязьмы вместе. Давайте. Чё зубы крокодила? Какие зубы крокодила были? А, зубрилы из колледжа. Нет. Это не будет. Так, давай. А где мой мужик, с которым пришла? Как обычно, блин, я пришла с каким-то пацаном, и пацан ушел без меня. Давайте смотреть. Так, это какие-то дрянные девчонки, но в стиле нуар. Да? А, это черно-белое немое кино. Это где... О, мы старое смотрим. Кинцо. А это старое кинцо оказалось, прикиньте. Это как оно называется? Сестрица Клямзи. Клямзи. А, ну в принципе-то... У него... Это какой-то был орк. У него уши такие. Что это такое? Чарли Чаплин, походу. Что-то про поваров. Это комедия, короче. Это явно комедийное что-то. Ой, блин, они там все плюются, блюются. Повар в шоке. Всю кухню обосрали. Оставил, блин, на секунду вышел. Что вы сделали? Как... Всех отравили, себя отравили. Что же вы с посетителями это сделали? Что ты пришел сюда? Ты видишь, мы смотрим... Котик, лучшее украшение фильма. Песик, еще лучшее украшение. Даже пес, короче, все перевернул. А, пес... А, все, кухня... Погром на кухне. Это котик, собачка. Еще. Далматинчик побежал! Это какой-то собачий ресторан. Нет, не собачий, смотри-ка. Анархия! Захват! А чего все так орут, как будто это стадо крыс, а не всего лишь каких-то далматинчиков? Орут, как будто реально полчища крыс выбежали. Как в этом. В... Как его звать? Ну, господи, Рататуй, вот. В Рататуи. Караул! Атаковали! Животные такие, теперь это наш ресторан. Мы здесь хозяева. О, какой мужчина подошел усатый. Здрасте.
Здравствуйте. Петь про... Какой петь? Я... Ну ладно. А обсудить-то можно этот премьеру этого сезона? Я, короче, принцесса Диснея, и я умею петь. Даже если не умею петь, я все равно умею петь. Респект и уважуха. Вонючее облако. Чё? Давай респект и уважуха. Мне кажется, он такой достаточно презентабельный. Не какой презентабельный, маньяк какой-то. Смотрите, прям маньяк. Я вот сериал смотрела. «Жажда мести», по-моему, называется. Перт на по-английски, по-моему, название. Там, блин, главный злыдень. Там, короче, суть в том, что выпустили этих, по какому-то там пересмотрели какие-то законодательства, и в итоге заключенных выпустили на свободу. Ха-ха, какашка. Что? Когда Мерида слышит грязные шутки персонажа Элинор, зрелость для слабаков, порой непотребные шутки могут освежить прекрасный разговор, направить его в нужное русло. Означает ли это, что персонажу по имени Мерида нравятся непотребные шутки? Ладно, а кто такой Элинор? Это ты? Элинор, это кто? Это же моя мать все это время тут сидела! Блин, я с ней не должна была общаться. Ну ладно. Короче, там вот маньяк был. Вот он вот, ну, маньяк, ну, один из выпущенных. Маньяк, полный маньяк. Вот он похож на него. Не хочу с ним общаться. Как мне вернуться домой? Я хочу домой. Мне нужно заработать денег и перестроить дом. Он здесь. Ты посмотри, он меня преследует. Разделить восторг от праздника премьеры сезона. Ну давай. Давай разделим восторг. Нет, мы не будем делить восторг, мы будем вот тупо... А, нет, она побежала к нему все-таки. Нет, она не к нему бежит. Нет, она к нему бежит. Ладно. Смотрите, такие тропки остались. Такая травка пробивается из-под этого. Мы поделились, да? По-прежнему на свидание позвать мы не можем, потому что, ну, непонятно, как это сделать. Вот романтика. Может быть, вы мне расскажете... А! О! Появилась! Ну, не было же, вы же видели. Вы сами видели, не было. Я же клянусь, но вы же видели. Вы же видели, да? Вы же видели. Скажите, что вы видели. Вы же точно видели. Мы пошли на свидание. А, блин. А нельзя в доме этого сделать? Давай прям в доме. Пообщаться с персонажем... Что такое? Пообщаться с персонажем на свидании. Ну, общаться давайте. Хвалить наряд, например. Спросить по сюжету фильма. У нас этого нет. Говорить про актеров. Давайте потом, в конце. Сесть и поговорить. А где же мне сесть? А мне негде сесть. На кровать могу сесть. У меня есть кровать. Давай вот здесь вот сесть вместе. Сидеть и болтать здесь. Вот, давай. Скажи, что это сработает. Не сработает, потому что он не пришел сюда. Как его позвать? Че он там, с кем он там разговаривает? Душевный разговор. Почему мы не можем сидеть, сесть вместе? Вот так вот, хорошо. Сидеть и болтать здесь не подходит. Кто ты такая? Уходи, Грета Лоран. Блин, знакомое имя, но не помню. Что? Почему? Почему? Нам не хватает места здесь? Отойди, пожалуйста, Грета, мы пытаемся пообщаться. Вот, мы сели. Да сядь ты, пожалуйста. Сядь, говорю. Спасибо. Собаки тупые! Сядьте, я приказываю. Во, все, быстрее рассказывай историю. Быстрее рассказывай историю. Засчиталось? Все, засчиталось, все хорошо. Мы справились, это было сложно, но мы справились, мы это сделали. Так, у нас... А, о, кстати, история как раз выпала. Отлично. Флиртовать, находясь в кокетливом... Ой, какое тупое задание. У меня не получится кокетливо, потому что я слишком уверенная. Дважды. Зачем вот это вот... Почему надо два раза разговаривать душевно? Почему одного действия недостаточно? Это как-то очень глупо. Я нажму дважды только потому, что это нужно для свидания. На серебро хоть сделали? А, смотри, здесь не будет серебра. Что за дела? Бигль. Ой, все плохо. Лефете. Оу. Прям в макушечку его. Все, останавливаемся. И я хочу, чтобы, знаете, было красиво. Бег нагишом на слабо.
Извините. Да, я не против. Но они же криминальные напарники. Мы будем бегать нагишом. Это он сделал сам. Все. Ну, за это он заслужил поцелуй, я считаю. Я прям считаю, что да, он заслужил поцелуй. Ну, как бы... Да, блин, уже 115 тысяч раз должно было вот это повыситься в жопу какой-то. Это... Оу, щит. Это потому, что у меня кровати нет. Мирида, 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 Мирида. Современные реалии, а чё вы думаете? Чё вы хотели? Не подглядывайте, всё, отстаньте. Вот, вот, вам ничего не видно будет. Да ладно, смотрите. Чё-то какая-то она не слишком довольна. Хотя нет, смотри-ка, довольна. Первый поцелуй, смешанное чувство. Имран Уотсон хочет зайти в гости, чтобы пообщаться. Вы разрешаете? Это довольно интересный вопрос со стороны Имрана, который сейчас в данный момент находится в доме с Меридой, и у них свидание. Имран в восторге от персонажа по имени Мирида Дисней и хочет стать лучшими друзьями. Ладно. Имран, ты что-то очень активный сейчас. Попытаться соблазнять нас. Ну быстрее, время-то уходит, алло, мы не успеем сейчас с тобой. Она так дрыгала, я думала, она в туалет захотела. Почему-то не увеличивается, кстати, смотри-ка. Мы выполнили все задания, но оно не увеличилось почему-то. Странная тема какая-то. Сексапильную позу сейчас применю. Если не увеличится, значит сломалась. Вот, смотри. Оно сломалось, короче, в жопу. Даже не будем на это обращать внимание. Я хотела, знаете, что сделать? Хотела... А у меня фотоаппарата, наверное, нет. Да, я нищая. Да, я нищая. Ну, хотя бы на мобильник можно. Я хочу сфоткаться с ним. Да, давайте кокетливая. Оу. Их рожи не вмещаются. Так, все, да? Закончилось, ясно. Их рожи не вмещаются, ни отдалить, ни приблизить, ничего нельзя сделать. Тупая камера, Моторола несчастная, на нее снимаем. Что поделать? Что поделать? Могу только единственное, что перевернуть, и стало еще хуже. Все, тогда вот так вот. А раз, а два, а три, а четыре, а пять. И все. И замечательно. О, сработ... Оно восстановилось, прикиньте. Я зафоткалась и восстановилась. Вот, смотрите-ка. Давайте на такой романтической ноте мы все-таки и остановимся на сегодня. Если вам понравилось, то ставьте лайки и пишите комментарии. Если не понравилось, то просто проходите мимо. В описании под видео будут ссылки на предыдущие серии, на всякие разные группы и аккаунты, в которых почти ничего нет. На этом все, продолжение следует. Как красиво.